9 октября в четверг в 12 часов дня Социал-демократическая партия, а также партия регионов проводит митинг протеста у входа в правительство Республики Молдовы с целью добиться открытия 200 избирательных участков в Российской Федерации. Для того, чтобы 700 тысяч граждан Республики Молдовы на выборах 30 ноября имели право на волеизъявление, имели возможность выбрать власть Республики Молдовы, которая в течение 4 лет обеспечит возможность вернуться нашим гражданам в Молдову, а для этого необходимо открыть новые рабочие места. У предвыборного блока «Выбор Молдовы» Таможенный союз есть конкретный план реализации программы возрождения экономики и открытия рабочих мест. Но для победы нам нужна массовая поддержка наших граждан, работающих в Российской Федерации. Мы уверены, что идея вступления Молдовы в Таможенный союз поддерживается большинством наших граждан, работающих и проживающих в Российской Федерации. 9 октября в 12 часов мы не должны рассчитывать только на свои силы для того, чтобы организовать митинг протеста. Я обращаюсь к каждому гражданину, работающему в Российской Федерации, чтобы он обратился к своему родному, близкому, который сегодня находится в Молдове, для того, чтобы они поддержали наши требования и, соответственно, поддержали требования тех, кто сегодня работает и проживает в Российской Федерации. Только вместе мы можем быть силой, только вместе, когда мы будем силой, с нами власть будет считаться. Остались считанные недели до выборов, но остались считанные дни, когда возможно принять правительством решение. Мы сделали все необходимое. Мы направили письма в Центральную избирательную комиссию. Мы направили письма в Министерство иностранных дел, в правительство Республики Молдовы, для того, чтобы были открыты избирательные участки. Но власть молчит и молчит умышленно. Власть не думает, что народ поднимется на протесты для того, чтобы добиваться своих законных конституционных прав. 9 октября, 12 часов, это тот момент, когда мы должны проявить солидарность, быть вместе и требовать на митинге протеста открытия 200 избирательных участков. Я прошу каждый день, каждый час прилагать максимум усилия для того, чтобы нас у здания правительства было много, чтобы мы могли добиться нашей цели – открытия 200 избирательных участков.